Всем привет, друзья, вы на канале RemPlay. Мы продолжаем играть Best of Bermuda. Играть будем сейчас на сервере Age of Dino. Вот он, два человека сейчас пока что. Сейчас посмотрим, за кого нам удастся поиграть. Посмотрим. У нас тут Акрыч вроде есть. А, короче, 692 мега 1.0. А кто у нас тут еще есть? О, короче, дохрена яиц. Ну-ка, а они активированы? Давай зайдем, посмотрим. Нет. Не активированы. Но мы его активировали, пускай. Будет активны. Так. Может за апату вообще поиграть? Давай тоже активируем. Сейчас это все яички поактивируем. Крона, Ихтик, Лурда, Мега, Орик, Пахич, Парик. А, вот, давайте это за Парик. У нее яичко активировано. Чтобы нам, ну, не сидеть долго. Так, а где это мы вообще? Ну ни хрена, сидим, появились. Наскалептер, вот это нормальный. Спаун, бля, повезло. Так, а это что у нас? Вон, вот так вот, да, давай сделаем такую вот яркую полосочку. Сейчас мы быстренько по скинчикам пройдемся. Так, тут у нас нет полностью весь, да? Нет, давай черный. Черный, черный, черный. Тут у нас так. Нет, черный. Это и так черный. Сейчас мы его быстренько выберем. Так, давай все на черный сведем. У нас походу будет одна полоска такая, так глаза. Давай синий сделаем. Внутренние глаза фиолетовые. Когти, полоски опять. Полоски у нас есть, язык, так, тело. В зеленку можно выкинуть вот так, да? Или не надо? Или прям черный возьмем. Ну вот такой вот, давай у нас будет парик, да? Прикольный такой раскрас, вроде более-менее. Только нам, блядь, придется отсюда плыть. Это у нас самочка. И плыть нам пиздец как дохуя. А если прыгну, я не разобьюсь? Разобьюсь, походу, да? И как мне вот отсюда выйти, да? Тоже сделали спавн яиц в жопе. Надо как-то спрыгнуть вниз. Ну, пожрать-то я пожру, хер с ним. Жрачка тут есть. Сейчас маленечко поедим. Только как спуститься, я хуй знаю, конечно. Сейчас попробуем прыгнуть, давай, ты что, сидим, ну и все, и хватит нас, пока наелись. А так, так, силовуха.
Так, давай попробуем сюда пониже сейчас спустить. Ну, мы сейчас умрем здесь. Тут, ну, невозможно спуститься. Тут, смотри, какая вышенища. Туда прыгну, умру. И там тоже везде умру. Ну, давай попробуем вниз прыгнуть сейчас. Прыгать он, соответственно, не умеет. Ебать, как высоко. Чё, с Богом, погнали. Пиздец нам, ну, соответственно. Спавн яиц неудачный просто вообще. На скале Птер и... Нет, тем более на этом. Ну, давай сейчас еще за парик посмотрим. Есть активированный? Давай, активируем. Сейчас, чье яйцо активно есть, туда и зайдем. Хочется из гнездышка желательно. Тоже нет яиц. Мы пока все активировали, пускай они делаются. А, у Рекса. Нифига у Рекс яиц сколько. Смотрим дальше. Во! За нее бы я поиграл. Давай тоже активируем. Ну-ка. Они точно это, ну, активировались? Ну да. Ну, из Омега-Раптора давай посмотрим. Тоже активируем уж. И сейчас пока за А, короче, поиграем. Пока у нас там они это... Растут. Так, тут это пожар, походу, был, да? Довольно-таки недавно причем. Давай водички попьем пока что. А сейчас пойдем за эту, за Куаху играть. За трайк. Сейчас и яичко активируется только. Чтобы нам там не ждать и не сидеть, мы за эту пока поиграем. Совместим приятный с полезным. Поращу пока архаров свою. Ну, если меня не убьют сейчас, конечно, здесь. Этот каркас очень свежий. Хорошо. Свежий каркас нам нужен. Давай, кушай. Так, он у меня прокачан в чё? Ага. Зелень на двойку. Ну да, тут походу был пожар, причем мощный. Смотри, ну это все выгорело вообще. Лес горел, причем жестоко. Так, пойдем в пещерку от этого спрячемся от ветра. Давай заберем с собой мясо, каркасик. Рост у нас 0,7, да? Я посмотрим, что на 0,8. По плюсикам прилетит, и будет уже видно. Не, ветер больно. Сильно дует, на уши давит.
Пойдем в пещерку зайдем, там тихо, спокойно. Вот такое вот мясо кусман здоровый. Ну будем мы растить это трайка. Я хочу это за трайк походить хотя бы 1-2, так чтобы мощным быть. Хочу трайка, семей трайк хочу. Так, сейчас яичко активируется. И пойдем в яичко трайк. Они тут мощные вообще. Будем ебашить всех потом на этом трайке. Сейчас пока он, короче, маленько порастим, как раз сейчас ну, до 0,8 апнемся, и яичко там созреет. Сейчас, ну, придем, там тоже где-то есть водичка в этой пещере. Мне кажется, или я чей-то топот слышу. Только не убили бы негодяи какие-нибудь. Вроде нет никого, чисто. Ну я вроде чей-то топот это слышал. Или это мой был? Казалось просто так. Да, вот мы пришли, тут должна быть водичка. Мясо у нас с собой есть. Или не в этой пещере, не, походу не в этой. Водичка не в этой пещере. Надо как-нибудь лечь так, чтобы мы все видели, а нас не сразу заметили. Можно, конечно, около входа там он лечь. Давай сейчас так и сделаем. Так, а это где мы вообще? Ну давай вот здесь сейчас и полежим прям, да? Мясо сейчас пожрем. Ну сейчас уже и яичко, наверное, активировалось. Около пещерки полежим. Если кто и пойдет, мы увидим. Сейчас, ну, до 0,8 бахнем. И пойдем за трайк. За трайк, трайк, трайк. Так, что у нас тут? 3 очка, да? А что по плюсам тут? Раз, два... 3, 4 плюса. Главное, чтобы без минусов был. Если будут минуса, то это все. Можно уже не растить его. Только без минусов. Главное.
Сколько сейчас на сервере? Ага. Был два человека, уже четыре, не считая меня. А короче есть, а короче нет. Семьсот семьдесят четыре. Сейчас уже прогресс будет. Посмотрим, что нам 0.8 принесет, сколько плюсов. Ну это тоже он из брошенного яйца. Тут как повезет. Только не минуса, с минусами придется в мясо его. Семьсот семьдесят восемь. Скоро, скоро, скоро. Семьсот восемьдесят три. Блин, надо пить, сейчас будет идти. Сейчас мясо еще поедим. Пить у нас где ближайший, только где мы пили, там на озерце. Не, можно, ну, наверх, конечно, подняться. Что-то мне подсказывает, что наверху там кто-то есть. Потому что я вроде чей-то топот слышал. Да и место там такое. Что там все тусуют. Часто. Ну, вырастим его, давай 1.2 хотя бы. Начнем пиздить мег. Изворотливый у меня плюс 2. Урон сейчас на 2 качнем. Зеленку на 3 потом вдуем. Будем мегом вставлять. Пи-пи. Вставлять пи-пи. О, ну, еще два тика, наверное. И пойдем на трайк. Хочу трайк порастить, он прям жесткий такой. Только его надо вырастить. Давай еще один тик и смотрим. Ну, че, без плюсов, что ли? А, не, еще один, значит. Наследный силы умений, лечение, кровожадный. Силы умений плюс 2. Нормально. Кровожадный. Увеличить наносимый урон от кровотечения. Тоже нормально. Уменьшает замедляющий эффект травм. Ну, и, ну, вот это придется еще только на двоечку. Вдуть. Так, все. По плюсам нормально, меняем. Динус своего сейчас пойдем. Простите. Коаху и Цератопс. Коху. Коху пойдем растить. Коху. Потом на стриме за нее походим. Ее хотя бы 1.2 сейчас на видео вырастим. Ну, не за раз, я имею в виду, а на видео за 2 хотя бы. Там, чтобы плюса были нормальные. Если плюса говно, соответственно, будет жесть. Вот. Вот мы где появились. Ой, какой я токсичный. Кто у меня? Самочка, да? Токсичный самочка. Что у нас? Так. Черный делаем. Синеву всю убираем. Не хочу быть токсикозным. Так вот, да?
Вообще четкий прям, да? Лицо прям четкое вообще, да? Вот такой вот, да, огонь вообще, вот все. Это все, больше вообще ничего не буду делать, мне такая нравится. Вообще просто. Огонь. Так, а это где у нас яички-то? А-а-а. Тут он валяется, в этом. Так, пойдем воду пить, травку кушать. Она у нас циротозавр и воду жрет, и траву. Побежали, побежали, побежали. Сейчас в кустиках заныкаемся. Сидим, простимся. Не, вот такой четкий прям, да, скинчик. Так, только вот эту манечку убрать, вот эту. Этот цвет глаз, понятно, вот она, да? Да. Вот так вот, и вот это вот. Не, эту оставить. Вот эту, что ли? Нет, тоже оставить. Все. Такой хорошечный скинчик. Клевенький. Ну, только не знаю, ее как лучше, в жир качать или в скорость лучше качнуть. Сейчас надо, сейчас поедим и попьем, надо посидеть, почитать. Я точно не знаю, как ее лучше, в жир, в скорость. В жир, ну она типа сильная будет, много хп, в скорость. Мобильный будет, бля, будет бегать, пиздить всех. Ну, на тройку возьмем красную ветку. И на двойку скорость. Будет, бля, зато бегать пиздат. Ну, сейчас посмотрим, что-нибудь выберем. Давай эти цветочки покушаем. Давай, 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 кушай, кушай. Тут она быстро растет, тут скорость роста еще раз. Повторюсь, тут скорость роста x2. Так что если вы заходите, вы будете очень быстро раститься. Что категорически очень приятно. Не надо там по 20 часов сидеть, чтобы до 1,2 хотя бы вырастется. Так, водички попили, теперь нам надо цветочек вон скушать. Блять, там этот суктроп летает. Сейчас убьет, наверное, меня. По-любому. Я еще маленький, сейчас по-любому меня чпокнет. Так, все, съебаем отсюда. Где он там? Там либо птер, либо троп летал. Но маленькую увидеть, но по-любому кинется на меня. Надо аккуратно вон зайти нам в эту пещерку. Там хотя бы будем более-менее в безопасности. То у нас тут все как на ладони. Да мы еще маленькие были хотя бы, ну, 0, ну, 0,6 хотя бы, и то уже плюс. Можем был пизды ему дать. Мы еще хачи мелкие, нам прятаться надо. Воевать ни в коем случае нельзя. Так, давай потихоньку уходим. Блин, я надеюсь, в этой пещере нет никого.
Давай быстрее беги, не показывайся на люди. Прячется моя маленькая пупсик. Моя маленькая пупсонечка. Пупсенька. Прячься быстрее от этого злого мира. Он тебя уничтожит. Сейчас заныкаемся. Ну, даджуйка, наверное, вырастим хотя бы. Только без минусов, главное, блядь, не надо минуса, прям вообще, ни в коем случае нельзя. Но в такую узкую пещеру этот птер и троп это вряд ли будут залетать, потому что тут это, ну, врежешься, а есть хищники, есть, что тебя сожрут сразу. Была бы еще здоровая пещера, вот они, может быть, и начали бы в нее залетать, а в эту не будут по-любому. Главное, чтобы только тут не было никого. Мы сейчас заныкаемся. Я тут тоже нашел одно местечко такое. Вроде как бы безопасное, так хер знает, вот оно. Так вот сюда заходишь за угол. Чпокаешь что здесь и все. Пок, маленький пончик лег. Так, теперь давай почитаем, что нам лучше качать. Потому что жир это жир, и, ну это понятно. Лечение тут бы. Пятый, десятый, вот эту надо брать обязательно. А тут что, стремительно, увеличить скорость передвижения. Ну, прыжок нам точно не нужен. Поворот при топтании позволяет управлять вашим топотом и ляганием. Ну, такой себе, конечно. Только вот выносливый может. Уменьшает замедляющий эффект травм при ходьбе. Так, увеличивает наносимый вами урон от кровотечения. Адреналин крепкий, силы умений. Дебошир боец. Устрашение по-любому не надо. Потом вот сюда вот надо. Да, ну сейчас вот так вот идем сначала. Это все на двойку будем вкачивать. А там придется в жир тогда идти, я не знаю. А что, ничего не поделаешь. Ну, скорость, конечно, это такое себе надо лучше. Ну, побольше хпшечки, я думаю, и лечение побыстрее. Сейчас пока тут это заныкались, лежим аккуратненько. Ее бы хотя бы до 1,2 вырастить, чтобы мог дать отпор хотя бы кому-нибудь. Пока ж придется спрятаться. Но за это видео мы по-любому ее до 1,2 не вырастим. Ну хотя бы, ну, до 0,6 ее вырастить за это видео. Тут что сейчас еще? Полчаса где-то. Может, ну, до 0,8 даже. Вырастим, посмотрим. Как пойдет. Сейчас пускай пока лежит. Сколько было? Четверо. Уже пятеро. Народ прибывает. Девять очков. Ну тут хоть она быстрее растит, и то плюс огромный, причем
не как на обычных серверах, где обычный рост. Это там вообще она медленно растет. Мы сколько там, полчаса, наверное? Насколько на сотку растили, наверное, полчаса, а то и больше. А тут только из гнезда вышли уже вон. Сейчас уже джуйки был. Блин, надо опять пить идти. Не хочется вы выходить. Там этот гребаный птер или трог, кто там, не знаю. Это точно не разглядел. По чем, что он ездит. Сейчас, может, до 450 хотя бы долежим, чтобы первые очки вкинуть. Но по воде-то вроде более-менее. До 450, думаю, хватит. Да и по хавке тоже. Сейчас, потому что сразу в краснуху это залием, может, это отпорчик ему сможем дать. Это как получится. Должны сейчас вырасти. Правда, вода уже закончится по-любому. Но зато будем красивыми. Она уже заканчивается. Блин, вот вылетел сейчас плюс 2 погоды, плюс 2 комфорта, чтобы по одному очку только закинуть. Сколько вот у нас сейчас? 411. Не, нам не хватит воды. Тут была вода, вроде бы, как бы, она должна быть здесь. Ну, по крайней мере. Раньше вроде была. Или не здесь, я просто путаю. Че, пойдем наружу тогда. По-любому придется идти, надо пить. Да и это мясо надо. Нажраться. Будем надеяться, что нас никто не чпокнет. Вроде никого. А, это мой топот. Я думаю, тут топает. Ну, уж хотел сказать, говорю, все пиздец, приехали. А вон и каркасик рядом. Так опять все на открытой местности. Да, это мы, оказывается, так топаем. Ну, отсюда надо бы уходить, желательно в джунгли. И там раститься. А то нас здесь покусают. Опа, адреналин, погодная устойчивость, комфорт, нормас. Шикарно, шикарно. По плюсам огонь. Вот так, ну хавка вроде норм. Пойдем еще там посидим. Маленечко. Съебываем отсюда, съебываем. Да, сейчас тут маленько посидим еще. У нас как раз хавка провалится и пойдем туда куда-нибудь.
И маленько вырастим сейчас. Блин, первый хороший плюса вообще. Прям топовый. Давай вот здесь сейчас спрячемся. Так, лежим. Давай прокачивать. Так, погода на однерочку, на комфорт двоечка. Так, теперь что у нас? Погнали, да, вот эти вот основные. Пока что на двоечку, сейчас вот отсюда пройдем вот так вот. И вот сюда вот. Устрашение не будем брать, оно нам не нужно. Это говно. Это только палево будет. Вот сейчас пока сидим, голодаем, сейчас как раз прокачаем. Маленечко еще. Народик нет пока. Записываю утром. Народ мало. Есть все шанс вырастить, посидеть. Ну, до 0,6, я думаю, сейчас бахнем здесь. А чё, уже 504. Да пойдем в джунгли тогда, что ли. Прятаться. Ну, хотя тут нигде не безопасно. Вот тебя и в джунгли могут убить, и тут убить, и в пустыне убить. И на архипелаге даже, на отдаленных островов тоже может чпокнуть. Главное вовремя прокачать нужные ветки, чтобы можно было дать отпор. Ну, один на один есть все шансы. Он какую-то группу сделал. Вот уже Рексы есть бы. Арасак за Рекса. Коха. Коха зашла. Коха. Пригласить спариванию, игнорировать данного игрока. Пойдем в группу. Но я думаю, Коха на Коху не будет нападать-то. Если и попадется мне, думаю, пощадит, наверное. 530. Ну да, сейчас по-любому вырастимся. Ну, 450. Круто вылетел это по плюсам. Это вообще огонь. Плюс 2 погоды, плюс 1 комфорт. Прям повезло. Сейчас 0,6 будет, пойдем опять выход. Водички попьем, поедим. Блин, может и ну до 0,8 и вырастимся. Еще время минут 20-25 есть. Только если не сожрут сейчас.
Вроде пока никого не слышу, все тихо. Это могут и чпокнуть, да. Но уже хавка видно, уже начинает проваливаться, потому что тут еда обычная. Если бы это легкая была, и x2 роста, это вообще бы. Можем было ни о чем не жалеть бы. И не думать. Прям лег и спи себе. Что у нас там? 567. Ну сейчас уже будем. Три. Свертывание крови. Увеличить скорость исцеления от свертывания. Открыть течение при беге. И толстокожий один. Ну давай. Так. Пока на однушечку. И в красную ветку. Сейчас до ХП дойдем, на 2 качнем. Не в красную, в синюю, точнее. До ХП дойдем, на 2 качнем, а потом все в красный вливаем. Урон максимально. Чтобы пиздяхал прям бодро. У нас умение будет плюс 5. Силы умений. Потому что у нас сейчас... А, не, это не на этом, у нас на А, короче. Вылетел, уже перепутал. Но мы уже такой, этот... Толстый пузырь. Ну, а сейчас 0,6 будет. И как раз пойдем водички попьем. Мясо пожрем. Мы пойдем в джунгли. Надеюсь, не встретим Рекс там. 1,6 какого-нибудь. Но у ней кожа как у змеи. У удава. Вот есть удавы. Вот такая кожа. Это прям копия с змеями. Из этих. Из чешуек. Из таких... Где у нас 7. Стрессоустойчивость, зона комфорта. Вообще гонит. 5 плюсов топовых. Так, толстокожий я взял на 2. Теперь мне вот так вот надо идти. Тут 2, 4, 6, 8 плюсов. Да хуя еще, бля. Все, пойдем, нам надо мясо жрать. Сколько у нас по еде? 78. Тихоньку, не спеша, пойдем. Вон, у нас уже рожки, смотри, какие выросли. И по пизде можем настучать. Ну, по крайней мере, терм можем уже нормально. Щелкнуть ему. Да и троп тоже. Ну, против Рекс, против Акр, против Мегины, понятно, мы еще маленькие тут. А если тем более Мега там 1,2 и больше. Это, соответственно, мы еще маленькие, что тут. А вот разные птерчики там. Всякая вот такая шушера, которая лезть будет. Получит люлей. Так, давайте гамочку на тройку поставлю. Вроде ночь как бы, да? Ну, мяса много, сейчас нажремся. Водички попьем и пойдем тогда в пустыню, да? Да, тут уже водоем становится скучно.
Не, если нормально, это по плюсам будет, я ее буду растить до максимума, по крайней мере. Давай пей пузырь, только не лопни, смотри. Пойдем в пустыньку. Главный Атрекс щемится, прям надо по-любому. Ну, Арасак, ну, это за Рекс играет. Он, кстати, у меня по чату вроде на стриме был, да. Арасак, да, вроде он. Так что смотри, не ешь мою кохочку. Я еще маленький, меня трогать нельзя. Имей совесть. Так, он там лежит, свежий каркасик. Не, ну у нее эта моделька прикольная, она такая толстенькая, упитанная, кажется. Шикарная моделька. Нет, до 0,8 вырастимся по-любому. На следующем видео продолжим. Урчит. Урчит зверюга. Там по пустынке полазим. Ой, блин, какая пустынька. Джунгли, точнее. В джунглях полазим. А не по пустынке. Давай мясо. Так, потом растение надо уже, да? Главное, по сторонам смотрим, чтобы не нарваться ни на кого. Не нарваться ни на кого особо крупного. Так, что нам там давали, что? Опаньки. Два очечка. Два очечка. Сейчас надо хп ее. Раскачаем, будет толстый и жирный. Ну, она и бегает довольно-таки нормально, даже без зеленой ветки. На, ну, вон, смотри, как носится. Что-то тут ни деревьев нет, ничего, тут опатыш, что ли, какая, или кто? Кто-то был бы. Видишь, ну, лысые это все деревья. Либо еще после пожара. Да, их более много лысых, но пожарный им был. Точнее, отспавнился. Видел. Кушай цветочек, сейчас баф получишь какой-нибудь, нет? О, получил, красавчик. Точнее, красавица, это самка. Да, ведь самка, да, самка.
Тыщ, сейчас бахнемся. Вуаля, и 0,7. Растем не по дням, а вообще сам. А это кто такой? А, это мясо, блин, я думал, тут сидит. Шифтовать не будем, пойдем потихоньку, чтобы не запалиться. То на шифте она топает, как слон. Она и так, конечно, топает. Значит, и на шифте можно. Блин, он мясо, походу, это хорошее валяется. Я прав, нет? С насыщением. Не, это просто очень свежий каркас. Я думал, цена сыткой валяется. Такой резкий запах, мощный обычно у насыщения, у мяса такой. Ну, в этих такой тускленький. Тут ни хрена. Мы сейчас уже будем взрослые скоро. У нас уже восьмой десяток пошел. Восьмой век, точнее, один век, 100 лет как раз, да. У нас 800-летний эпоха. Рост это за год будет, на 800 лет уже. Древний как говно мамонт. Сколько соли, да? Смотри, одни поля вообще, кругом соль. Блин, когда на сайке играешь или ну, на ком-то, кому нужна соль, хер где найдешь. Тут ее навалено, пиздос сколько. А это мясо жрет. Ей соль не надо, да. Главное, нюхаем на чужие запахи. Не, довольно-таки быстро бегает, я ну, не сказал, что это, ну, она медленно, как сайка, например. Я бы не сказал такого, что... Ну, на сайке-то да, если ну, зеленочку не вкачал, там ничего не вкачал, она вообще как труп двигается. Это носится мне как обильно. И что самое главное дело с силовых, она откидывает. Вот это мне нравится. Так, что нам дали 2 очка, да, лечение. Не, ну повезло то, что мало народу еще пока. Вот так можно вырастить. А так бы уже пизды получили, наверное, давно. От мек от каких-нибудь или еще от кого-нибудь. Носится, плюшка несется такой. Ну, уже жирная, ну уже смотри какой. Ну, по крайней мере, ну, эти тропы мне уже точно не страшны. И птеры тоже. А пиздонец у меня прям за 2 секунды. Так, что по хавке? 79. Ну, это много будет, если я сейчас вот сожру, у меня будет огромный пережор. Так что пока не надо. Светлячки пока не нужны. Пишите в комментариях, а у вас какой самый любимый динозавр в Бермуде? Ну, если у вас есть эта игра, если вы играете.
Интересно будет почитать, у кого какой Динус любимый. А потом я это скажу, какой у меня любимый. Самый любимый динозаврик. Ну, мясо можно еще маленечко удолбить. Что у нас там? Ну, растение пока терпит. А, это вода, я думаю, там кто-то, блин, это шевелится. Сколько рост? Ух! Ну да, как раз, ну, до 0,8 сейчас бахнем, на этом мы закончим. Наш видосик такой вот. С часика будет. Много не надо, чтобы от цветочки осталось. От цветочки и цветочки. Везде одно мясо, смотри, везде прям. Так, а чё, мне туда надо или туда, вон, наоборот? Не, вот сюда, наверное, на переправу-то мне надо сюда. Ну да, вот сюда надо, и сейчас это туда переплывать. Что прикольно взял свертывание крови от бледа. Это против мег, против акрочи особенно. Помогать будет, будем лечиться быстро. Блин, что он там за хрень? Я хочу слетать туда. Надо будет это за тропы заснять как-нибудь. Хочу глянуть, что там за хрень такая. Ну, смотри, на это висит просто. На высоте и все. Глянуть хочу, надо по-любому будет туда сгонзить. Это только не забыть бы. Загонять туда полюбас надо глянуть, что там за хрень такая. Приветики тебе тоже. Вон, о, уже народ заходит. Сколько? Уже 6 человек. Не считай меня 5. Она уже у нас мощная лошадь такой тут бежит. Блин, только бы там не затопил. Ну сейчас вроде отлив. Можно, думаю, можем пройти. А то мало там всякие мозы, хуёзы. +779. Ну да, сейчас как раз в джунгли придем, на этом и закончим нашу бомбическую серию. Я, кстати, вот так вот сделаем. Оп. Оп. Опа, опа, опа. Давай пробежимся. С открытого пространства желательно уйти, чтобы всякие летучие гады нас не видели. Ну, они к нам особо урон-то и не нанесут, но все равно. Лучше не провоцировать лишний раз. Она поднимается, конечно, медленно. Это не зеленка бы. Она не вкачана. Сейчас вот в джунгли придем, и я охренею, если там рекс какой-нибудь здоровый. То сразу появляется одно слово. И херли тебе не сиделся на месте. Это все кушаем, это все баф.
Рекса слышу. Приветствую, Рекс, только что где-то слышу. Блин, или мне кажется, да не, я вроде слышал. Точно слышал, вон кто-то идет. Апата. Хороший родитель, представляю. Ну, такой себе, конечно. Но она маленькая опадка-то, я думаю, выпендриваться не будет. А то пиздюлей получится. Со старта только еще. Пускай идет. Ну, хотя, ну, это мы маленькую опадку били, это вдвоем так и не смогли убить. Но на хачах, правда, были. Приветствие, давай кинем. Ну, все-таки я считаю, на эту дурь это трав на трав нападать. Трав на хищника, да, это нормально. А, ну, на кос, это серверах, это травоядный на травоядного. Это гач там, это просто стагм. Ну, это уже, я считаю, глупость какая-то. В реальной жизни, ну, это травоч на травочку, и в жизни, ну, не напал, есть только за территорию там или, блядь, во время брачного периода там еще что-нибудь такое вот. Когда у них мощное обострение. Ну, она в это пошла, в летку же. По пиздяху, давай, поедим. Свежий кустик, зернемся. Давай, все подряд метина. Сколько хавка? 82. Ой, ну это комфортно. Хавка 99. Какие нахрен 82? Ну все, мы сыты. Сейчас до нашего места долетим. Где мы обычно сидим спокойненько. Никого не трогаем. А оно у нас вон там, да? Да, надо вон туда пиздовать. Надеюсь, без приключений туда дойдем. Блин, все-таки, ну, интересно, что там за хрень такая висит. Будет побольше часика маленько, ничего страшного. Я ее еще сегодня прощу, наверное, скорее всего. На запись еще один видосик сделаю за нее. Чтобы до 1.2 все-таки ее догнать. За один выпуск, понятно, но не выйдет. А, ну, если тем более, если бы сразу начали. Мы сначала активировали яйцо, пока прошло время, пока чё. Так, надеюсь, тут левых запахов нет никаких. Блин, тут, ну, для трвача рай, это смотри, сколько хавки. И это мясо так более-менее спавнится. Живи не хочу. Так, что нам там дали? Ну вот и все. ХП 2-очка. Блили. Родитель пока не будем брать. Потому что если и будем гнездиться, то будем гнездиться там на 1.4, 1.5. Ну, если будем ее растить вообще. А за это время уже и ГПшечку качаем. А сейчас пока урон надо.
чтобы от всяких наглых засранцев защищаться. Так что урон важнее. Так, а я бегу на свое место, где мы обычно растимся, нас никто не трогает. Сейчас там сядем. И на этом завершим. Давай понюхаем. Безопасно для питья. Загрязнен, значит, кто-то там сосал бы. Водичку кто-то сосал там. Опата, может, только. Блин, мясо какое-то валяется. Сейчас, походу, не дойдем, да? Блин, почему-то, когда играешь, ну, переживаешь так бы, что не успеешь вырастить, это тебя сожрут. Прям какая-то эмоциональная игра. Блять, куда я залез-то вообще? Так, вот вода. Все, понял, где. Но если даже сейчас и мега нападет, ну все равно мы щелкнем ей нормально. Мало ей не покажется, это 100%. Затащим, прям огонь будет. Если я не хочу пить, тоже. Синие кристаллы, оранжевые, это на самочувствие. А для чего зеленые нужны вообще? Их можно есть, нет? Тоже неизвестно, надо будет испытать. А, уже прям толстый пончик такой. Гана летит, да? Вот они, наш любимый пахич. Ну, это маленький, я думаю, он не дурак, не будет рыпаться. Он потому что мелкий еще вообще. Думаю, вряд ли будет лезть. Он мне на один удар, я его сломаю прям пополам. Ну, это какой-то, ну, ломай меня полностью. Чё, бля? Слышь, ломай меня полностью. Я хочу, чтобы ты ломал меня, да? Я думаю, ну, а это, от него даже запаха нет. Он только со спавна. Я его нюхал, потому что запаха нет. Ну, от силы он 0,4-0,5. Мясо. Текс. Ну что ж, друзья, на этом мы завершим. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Не забывайте про колокольчик. Я с вами прощаюсь. До новых видео. Всем до встречи и всем пока.